Такое часто бывает. На одной улице вырос дом с интересной отделкой, и соседи, поглядев на стройку, выбрали тот же фасадный материал. Он красивый такой, оригинальный. Раньше такой колотили, как из дерева, просто у нас американочку, а сейчас вот такой появился, так красивее намного и прочный. Сайдинг – технология практически универсальная, раз подходит для реновации старого дома и для отделки фасадов нового дома с минималистичной современной архитектурой. Перед вами три самых популярных вида сайдинга, передающих фактуру дерева. Это металлический сайдинг, пластиковый сайдинг и фиброцементный сайдинг. Пластиковый сайдинг является самым экономичным, но, как вы видите, он не передает фактуры дерева и быстро теряет свой внешний вид. Металлический сайдинг существенно лучше передает фактуру дерева, но он очень сильно гремит при дожде. Фиброцементный сайдинг отлично передает фактуру дерева и является дополнительной шумоизоляцией при его толщине 10 мм. Изготовлен сайдинг из смеси воды, цемента, песка и целлюлозы, и вес одной панели внушительный – 11 килограммов, но он не крошится, не ломается и пилится болгаркой быстро и без сколов. И для монтажа не требуется большого количества доборных элементов, а углы и откосы можно оформить теми же панелями. Любой вид сайдинга монтируется на подсистему. Это либо деревянная обрешетка, либо металлический профиль. Фиброцементный сайдинг также не является исключением. Существует два способа монтажа фиброцементного сайдинга, которые рекомендует производитель. Это либо классическая кладка внахлёст, либо пасгребневое соединение. На этом объекте строители изобрели свой способ монтажа фиброцементного сайдинга. Это стык в стык. Тем самым сэкономили 15% на материале. Проверку на прочность сайдинги тоже проходят по-разному. Металл прогнулся. Тонкий пластиковый сайдинг оказался ожидаемо хрупким, а 10-миллиметровую панель из фиброцемента разбить не получилось. Влагу этот материал не впитывает вообще, так что от дождей и снега этот фасад защищен надежно. Проверяем разные виды сайдинга на огнестойкость. Дерево, как мы видим, оно горит. Пластиковый сайдинг моментально начинает плавиться. Металлический сайдинг ведет и обгорает краска. Фиброцементный сайдинг не горит вообще. Сайдинг передает фактуру дерева, но избавлен от его недостатков. Он не гниет, не деформируется от перепадов температуры и не меняет цвет со временем. Так что можно уверенно выбирать для фасадов смелое сочетание и современный дизайн. Достоинством всех видов сайдинга является большая цветовая палитра. Например, у фиброцементного сайдинга цветов более 30. Если вам не нравится фактура под дерево, вы можете выбрать панель с имитацией штукатурки. Мечта любого владельца дома – сделать фасад один раз и больше в него не вкладываться, не подкрашивать, не штукатурить, не обрабатывать. Если вы выбрали для своего фасада фиброцементный сайдинг, единственное, что вам нужно будет делать в течение 50 лет – это протирать его тряпочкой. Кедрал – фактура дерева, прочность бетона. Приобрести фиброцементный сайдинг Кедрал можно у официального дилера в Екатеринбурге – компании «Стройподсказка». Телефон 271-51-87. Стройподсказка.ру.